Операция «Расколотая сеть» завершена. Карта действительно огромная. Он переливается! Этот трек. Ё-моё! Здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. В этом видео я расскажу о новом обновлении. Убрали расколотую сеть, добавили новый кейс, добавили новые карты, какие-то фиксы были. Все это ты увидишь в видео. Сегодня еще покрутим этот кейс, попробуем выбить что-нибудь стоящее. С тебя лайкусик, подписочка, колокольчик. Нас 25 тысяч. Начинаем. Дружище, залетай, первая ссылочка в описании, розыгрыш. Каждую неделю делаю для тебя и твоих друзей. Халява. Участвуй. Итак, сегодня вышло, ребят, обновление. Посмотрим, давайте русский сделаем язык, переведем. Понятное дело, что будет криво, но суть мы поймем. Первое, это убрали карты Брэдж и Студио. Ну, в принципе, не особо много людей в них играло, поэтому жалеть я не буду. Добавили Анубис и Хлорин. Интересно, давайте, ребят, кстати, потом зайдем и посмотрим, что за карты. Операция «Расколотая сеть» завершена. Игроки, которые имеют в своем инвентаре монету, получают памятные надписи. Пойдем посмотрим. Так, выполнено миссии 100. Памятная запись, пацаны, отлично. Больно хотелось, но выглядит вообще классно, на самом деле, монетка. Окей, ладно, смотрим, что дальше есть. Добавлен призма кейс 2. Сегодня обязательно пооткрываем. Давайте дочитаем до конца, потом купим кейсы и их пооткрываем. Сейчас прям напиши в комментариях. Нож, и может быть в конце ты скажешь: блин, я был ванга, нож реально выпал. Ну и дальше незначительные обновления. Это игроки, имеющие, так, ага, кто покупал, видимо, Алукс, получают предметы в Counter-Strike. И также, если у тебя был ВАК, ты все равно получаешь предметы. Ладно, хорошо, но, в принципе, я не покупал. Дружище, кстати, если ты играл в Алукс, напиши в комментариях: я играл, и это годно. Я буду знать, и, может быть, я себе тоже это подкуплю. Исправлен вывод данных интеграции состояния игр для клиентов в слоте тренера команды. Ну, это нам тоже особо ни о чем не говорит. Исправлено смещение позиций агентов в главном меню. Давай посмотрим. Он чё, он как стоял, так и стоит. Возможно, он вроде был то ли ниже, то ли выше. Но я, если честно, какого-то прям сверх какого-то смещения я не увидел. Может быть, он чуть-чуть правее стал. Не знаю, разницы пока не заметил. Пацаны, если вы заметили, напишите в комментариях. Я что-то не увидел. Добавлены недостающие голосовые линии для мистера Мухлика. Лучше бы на самом деле поправили нормально, чтобы бот стоял, когда ты просишь его стоять. Чтобы он дропал тебе оружие, когда надо это. И чтобы вдобавок ты мог подбирать оружие, если рядом лежит граната. Вот что надо, пацаны. Они голосовые линии для мистера Мухлика, что? Ну ладно, поправили, поправили. Хорошо, окей. Ну что, теперь самое сочное. Полетели посмотрим кейсик, полетели посмотрим карты и пооткрываем. Ребят, залетел я на карту Анубис. Карта действительно огромная, просто огромная. И самое интересное, она очень красива. У меня какое-то что-то варнинг написано было, что-то куда-то нельзя, видимо, ходить там было. Я понял. Ну, карта действительно красивая, и давай мы с тобой сделаем так. Вторник-четверг в 15:00 залетай ко мне на стримчики, и мы вместе покатаем на этой карте и посмотрим, что как. Написано А туда, Б туда. Поехали, пролетим побыстрее, посмотрим, что за карта здесь. А, слушай, а тут если бомбу поставить, тут реально выбивать-то можно будет, а также обороняться. Слушай, тут мест реально немерено. Прикинь, один на один остался. Фиг поймешь, где он может быть вообще, где может шкериться. Жесткая тема. Хорошо. Ладно, пойдем на Бэпленд, посмотрим, что там происходит. И потом на следующую карту рванем. Ну, красиво. Нет, карта действительно достойная. Бэпленд, на самом деле, будет попроще выбивать, нежели А. Слушай, мне нравится. Здесь я однозначно потом покатаю. Качество отличное. Куча всяких интересных фишек. Поехали на Аплен сначала посмотрим. Смотри, как прикольно. Интересно, по трубам можно гонять? Я думаю, нет. Тоже хороший аплент. Мощный причем аплент. Хорошо, где можно оборонять, также хорошо можно выбивать. Полетели на Б, посмотрим теперь. Ну, слушайте, как и везде, Б-плент выбивается, мне кажется, проще, чем А. И также нычек меньше. А так, карта действительно достойная. Фига, тут небо какое интересное. Ладно, как я и сказал, это же покатаем на стримах у меня. А сейчас погнали. Призма кейс. Так, ребят, у меня есть 3 кейса. Давайте посмотрим, какие есть по очереди скины, а затем и покрутим. 3 кейсика. Ой, чувствую, что-то будет интересное. Посмотрим первый. Аук. Томкэт. Прикольно. Но это будет ширпик, понятно. Смотрим дальше. Тоже ничего особенного. Хотя что-то в этом есть. Не-не, слабенько, слабенько, пацаны. Пойдем дальше. ЦЗшка, ну, тоже такая себе, ширпик-ширпик это все. Дигл, кстати, вот этот дигл может что-то найти. Помните, ребят, был коллаж с таким же рисунком? Годно, годно. Найдет себе применение.
Смотрим дальше. Ну, ничего особенного, ребят, мне вот такие пустые цвета дико не нравятся. Посмотрим Негев. Негев тоже, кстати, для белой коллекции белого цвета подойдет. Револьверчик. Прикольно, слушай, фига он сделан, классно как. Тут, смотри, еще черточки такие. Красиво, красиво. Дальше смотрим. Ну вот, начинается уже более интересно, ребят. P2000. Но я уверен, что особо он никому не пригодится. Дал апокалипто, слышь, пацаны, вы чекайте, какой красивый рисунок. Ты посмотри. Ты реально посмотри, как классно сделано. Я себе реально такой хочу. Очень круто сделано. Очень круто. Прикольно. Давай дальше. Мне уже начинает нравиться. Слушайте, вот это похоже, знаете, из какого-то Fortnite. Но слабо. Слабо. Не-не-не-не-не. Оно не зайдет. Так, СГ. Ля, какая СГ, слышь? Для красного сета. Блин, прикольно. Прикольно. Но я думаю, что она, кстати, дорого не будет стоить. Я себе возьму такую. Наконец-то я дождался этот момент. ССГ, пацаны, а? Горячичные грезы, да? Или как это называется? Ну, слушайте. Наконец-то. И вот ССГ у меня такой точно будет, пацаны. Я думаю, может быть, даже сегодня мы его выбьем. Калаш сюда, родной. Интересно. Рисунок очень классный. Слушайте, какой-то типа полуаниме, знаешь, такая движуха. Жестко. Окей. Ставлю оценку, кстати, 8 из 10. Ну, калашик пойдет. Он переливается! Охрененно! Я уверен, вот этот маг взлетит в цене. Ты посмотри, я аж слюни подавился, блин. Погнали дальше. Маг 7. Какой сочный маг. К императору, к эмке подойдет этот маг. Реально достойная тема. Мне нравится. Нравится, маг хорош. Хотя игра с ним крайне мало. Эмка аниме, пацаны. Аниме. Аниме сила. Смотри, I love skins написано. Вангвард, все дела. Шелдс, ничего себе. Ну-ка напиши в комментариях, нравится ли тебе такая эмка. Было бы прикольно, если бы она мне сегодня выпала, а? Было бы вообще классно. Глок. Аниме Глок. Мне кажется, вот эти вот всякие нарисованные внутри, они, может быть, что-то будет в будущем, типа предпосылки на еще каких-то персонажей. Возможно, мы увидим персонажа вот такого в игре. Это будет жестко. Ну а так, мне Глок нравится. Реально, кстати, для банана под мой ник желтый цвет очень круто. Ну что, пацаны, крутанем кейсики, а? Я думаю, да. С тебя давай лайкусик, а я начну с первого кейса. Фух, ну что, расчехляемся, пацаны. Стоит это очень дорого, но специально для вас я хочу крутануть эти кейсы и посмотреть, насколько моя удача показывает мне о том, что лучше никогда не крути. Начинаем первый кейс, смотрим, родной, дай что-нибудь красивое. Я вижу, только одна синева летит, ничего интересного абсолютно нет, и нам выпадает вонючая ВП. Вот эта ВП мне дико не понравилась изначально, я сначала присмотрелся, думал, ну что-то в этом есть, но нет, это не интересно. Передохнем и откроем второй кейсик. Поехали, родной, поехали. Ты должен мне дать красоту. Ну вот уже фиолетовое что-то там летит. Но это все синее, опять синее. И самый голимый, самый вонючий аук. Статтрек. Ё-моё. Не заходит. Мне он не понравился изначально. Он очень скучный. Ну что, ребят, третий кейс. Надеюсь на вашу поддержку, пацаны. Подписочку оформил. Значит, мне сейчас нож прилетит. Нож, 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 нож. И я верю. Давай, родная, именно ты, именно этот кейсик. Ты мне сделаешь это нужно. Давай, родная, родная, пацаны. Просто держим кулачки все вместе. Просто держим кулачки все вместе. Ну дай, ну дай, ну не синяя. Ну какой ты мне... Я говорил, что это самый голимый скин, который только существует в этом кейсе. И он мне выпадает, пацаны. Ну что, открыл для вас три кейса. Получилось полное дерьмище. Но сам кейс мне действительно зашел. Вы увидели, были очень годные скины. На это, в принципе, обновление мы посмотрели. Если тебе понравился ролик, обязательно поставь лайк. Напиши комментарий, что ты думаешь об этом обновлении. Ну и заодно посмотри вот это годное видео. Подпишись. И, кстати, лайкусик туда тоже поставь. Давай, пока-пока.